В зале районной администрации чествовали руководители органов территориально-общественного самоуправления, занявших первое место в конкурсе «Лучший орган ТОС-2019» в Северском районе. Глава района Адам Джерим пообщался с победителями и пожелал им дальнейших побед. Я хотел бы всем выразить еще раз огромную благодарность, и чтобы и дальше не сдавали свои позиции просто. Самому приятно, когда что-то делается. Самому приятно. Конечно, лежа дома на диване, легче управлять кораблем, чем в море стоять за штурвалом. Поэтому я бы хотел, чтобы вы крепко стояли у своего штурвала. Крепко. И чтобы люди, которые вас уважают, вас и ценят, значит, вы люди также к ним относились. Каждый из нас должен успеть сделать столько благих дел, что потом, приезжая или проезжая те места, где мы работали, с радостью могли посмотреть на труды, то, что мы с вами сделали, с радостью. А самое главное, я уверен, что народ оценит это. Руководители территориально-общественного самоуправления поделились с районным руководителем своими успехами и планами на будущее. Завершилась встреча торжественным награждением победителей. По результатам конкурса «Лучший орган ТОС» первое место получил ТОС номер 3 Ильского городского поселения. Второе – ТОС номер 1 «Хуторок» хутора Стефановского Львовского сельского поселения. Третье место досталось ТОСу номер 6 «Первомайский» Смоленского сельского поселения.